история так стоя. Выкипим для интереса вашего же блага. Отвага захоронена в сердцах ваших. Как же будет жизнь идти? Пройти нам этот уровень, что ли? Так трудно будет. Им крутит, а постоя воронка, коронка этих всех идей. На страницах дневника козло слов, от которых людям страшно спать. А где же искать средства от этого страха и паха? Может, доситесь нас каждого, хоть отважного, который скажет мне все равно, так поровну поделим удачу, придачу, любовь. И вновь мы с вами станем могучими и тучами. Будем иметь поклонников, сторонников нашего дела. Смело поднимаем руки, вы с нами. Живем, никого не трогая, строгая судьба над нами. Мы с вами не хотим спорить, зачем же строить войну ту, которая нам не нужна. И за эти слова мы выдвигаемся на знак дружбы. А так чтобы лучше, ну вы так считаете и все равно знаете. Напротив, мы рады за вас, что у вас так все сложилось, получилось, как вы хотели, то есть сумели своего добиться. Да не стоит злиться, если что от нас не то, но все равно я тоже не желаю себя восхвалять или обижать того, кто меня слабее. Не считайте себя смелее, а вдруг окажетесь на нижнем этапе. Ну, пока те нежелаемые брони, заранее становитесь скромными, огромными массами, добрыми взглядами, зарядами лучшего лексикона. Будут чтить ваши имена, будут чтить ваши имена.